нынче нашей дорогой, любимой школе номер 2 исполняется 100 лет. Школа номер 2 возникла в годы становления советской власти как единственная в городе и в уезде средняя школа. Таковой она остается и до сих пор. Школа за все годы своего существования выпустила очень много замечательных выпускников, которые трудятся в разных уголках нашей необъятной страны, а, возможно, даже и за рубежом. Школа давала знания, которые затем ученики смогли применить в жизни и добиться успеха. И поэтому огромным удовольствием поздравляю коллектив школы с этой замечательной датой, с этим замечательным событием, юбилеем школы. И желаю в дальнейшем готовить успешных, замечательных выпускников, достойных граждан нашей страны. У школы, кроме того, еще и второй юбилей. Это 15-летие школьного музея «Горьковец». Музей за эти годы добился огромных успехов. Он превратился в один из лучших музеев города, края. Музей стал центром военно-патриотического воспитания учащихся. Музей привлекает ребят тем, что занимается исследовательской и поисковой работой. И я желаю ребятам, которые занимаются в музее, еще больше совершать открытий, еще больше узнавать об истории нашего родного города, нашей школы, и самим становиться патриотами и воспитывать учащихся нашей школы быть патриотами своей страны. А у меня лично тоже большое событие в этом году, поскольку два моих выпуска тоже являются юбилейными. Это выпуск 1987 года, 35 лет, они назад закончили школу, и выпуск 2002 года, 20-летие. Я поздравляю ребят с юбилеем родной школы, надеюсь, что они стали замечательными тружениками нашей страны, что они помнят родную школу, что они взяли все то доброе и вечное, что им давали в школе учителя, и желаю им здоровья и дальнейшего развития. Дорогие коллеги, ветераны школы, ученики, выпускники, родители, я всех поздравляю с юбилеем, желаю успехов, здоровья, процветания.